Шартарский лесопарк ждет великий ренессанс, в финале которого к 2023 году на берегу древнего лесного озера в северо-восточной части Екатеринбурга появится одноименный рекреационно-оздоровительный кластер в перспективе с целым каскадом бассейнов, двух открытых термального и обыкновенного за 90 миллионов, с деревушкой мастеров, с комплексом детских и спортивных площадок и очень длинной, более 4 километров, велодорожкой, почти 3 из которых будут подсвечиваться светильниками с датчиками движения и с камерами видеонаблюдения. На втором этапе реконструкции лесопарк наполнится инфраструктурой полноценного отдыха на природе. Две детских площадки, одна большая универсальная площадка, два мини-футбольных поля, одна баскетбольная площадка, три волейбольных площадки, площадка для выгула собак, площадка для маунтинг-байка, тропа здоровья протяженностью почти 6 километров, обустроена современными тренажерами, и палеопарк для исторических животных. Мастер-план по благоустройству Шартарского лесопарка с предполагаемой сметой суммарных затрат в 630 миллионов рублей был презентован власти, и, кажется, в нем были учтены все пожелания горожан. Еще раз подчеркну, все конструктивные предложения, высказанные в ходе общественных слушаний, должны быть, безусловно, учтены в обязательном порядке в итоговом варианте мастер-плана. Это стратегический документ, который ляжет в основу проектирования и развитию кластера на ближайшее время. Сегодня перед нами стоит непростая задача создать современное многофункциональное пространство для прогулок, занятий спортом, отдыха, учитывающее все интересы населения. Не менее важная цель – очистка озера. По меркам человечества Шарташ – дремучий старик, ему не менее миллиона лет от роду. И долгое соседство с человеком со времен неолита оставило неизгладимый след в глубинах водоема. По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, Шарташ вправе рассчитывать на помощь федерального центра. Подобно Черноисточинскому пруду под Тагилом, область одной из первых в России смогла вписать свой проект по очистке совершенно позеленевшего от застарелых хворей пруда в национальный экопроект. Шарташ ожидает тот же долгий путь. Уральский гидролог Шахов полагает, что древнейший природный котлован площадью в 46 миллионов кубометров почти наполовину заполнен илом. Если дно озера не очистить, через полвека он может превратиться в болото. Есть о чем задуматься.